Артисты балета, вокалисты, актеры, преподаватели и научные деятели. В общем, все те, кто призван воспитывать наше общество и прививать вкус. В Уфе в преддверии профессионального праздника наградили работников культуры. Почетные звания, благодарственные письма и грамоты вручили министр культуры Амина Шафикова и заместитель премьер-министра правительства Салават Сагитов. Культура одна, мощнейшая функция – сделать из маленького человечка, когда он еще только родился, духовно богатого, серьезной личности. Конечно, именно культура и работники этой сферы, они максимум прикладывают к этому усилий и, самое главное, отдают всю свою жизнь. Среди награжденных на этот раз были представители башкирского кино, в том числе кинорежиссер, автор фильма «Бабич» Булат Юсупов. С приходом цифры, с приходом того, что все-таки и база в киностудии появилась на павильоны, появилась техника, тон-студия, это разительно отличается с тем, что было там в 2000-х годах начало. Мы проявляли пленку в Москве, озвучили в Екатеринбурге. Поэтому сегодня, в общем-то, кинематограф. Я надеюсь, что он станет одним из таких же достойных отраслей искусства в республике, как театр, как балет. Поэтому я очень надеюсь, что те молодые ребята, которые в отрасли появились, и те, кто снимают сегодня, они действительно сделали хороший шаг вперед, и я очень рад. Также во время торжественной речи Салават Сагитов отметил, что проблемы в сфере культуры, конечно же, есть. Хотя, по его словам, уже в этом году на ремонт учреждений и их техническое обеспечивание из бюджета Башкирии дополнительно выделят 500 000 000 рублей. Это не считая зданий, которые будут отремонтированы к столетию республики. Также работникам культуры планируют повысить зарплату.